Традиционное районное мероприятие дошкольных образовательных учреждений «Музыкальная гостиная» состоялось в Видновской школе номер 7. Последние штрихи перед выступлением. Волнуются мамы, волнуются и, конечно, юные артисты. Мне очень нравится выступать. Все на тебя смотрят, все тебя снимают. Участвуем мы третий год. Вот. Дети наши с удовольствием показывают свои таланты, свое мастерство. А нам очень приятно посмотреть на их достижения. И увидеть, соответственно, других детей, чтобы нам было на кого равняться. Девочки из детского сада поселка Володарская, Лилиана и Амалия, участвуют в концерте в первый раз. К своему дебюту они подошли очень ответственно. Репетировали и дома, и в детском саду, и до сна, и после сна, и на дополнительных занятиях репетировали очень много. Проект «Музыкальная гостиная» существует с 2008 года. За это время ребятишки познакомились со многими композиторами разных эпох. Этот год посвящен Францу Шуберту, основоположнику романтизма в музыке. Под музыку великого композитора на сцене происходило настоящее волшебство. Первый бал принцессы, украденные ноты, их спасение. Фальшивая нота разбросала ноты по всему свету, и дети своими танцами помогали искать ноты. Вот в таких необычных формах, доступных для детей, через постановки, спектакль и так далее, это очень важно, очень доступно. Я думаю, что не в каждом городе есть что-то подобное, не говоря, может быть, и про Россию в целом. Сухомлинский говорил, что музыка – воображение, фантазия, сказка, творчество. Это та дорожка, идя по которой ребенок развивает свои духовные силы. Создавая районный проект «Музыкальная гостиная» для детей дошкольного возраста, педагоги преследовали именно эту мысль. И дети, участники мероприятия, наверняка запомнят романтическую музыку Шуберта, которая будет греть их души и во взрослой жизни. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Елена Кошлева. Видное ТВ.